вчера играли там, делают оборону на атаку. Хотя бы если поиграли, было. Никто не будет просить. Давайте за сил, ну кто как может. Окей? Динам можно давать. Остальные, кто как может, только по самочувствию, ну, обозначаем, как видим, можно обозначить. Окей? Пойдем. Через левое плечо поворачиваешься. Раз вправо, раз влево. И тем сами выбираете, кто в воротах, ребят. Тем выбирайте сами. Можете медленнее вставать. Дождик как раз пошел для нас. А сюда? Да, еще один. Очень хорошо. Всегда готовы! Шустрее влево сделать. Ребят, вы эти ворота. Во-первых, выносливость, во-вторых, когда ты делаешь постоянно одну и ту же, она начинает уже запоминаться лучше. Не так вот 4-6, как в Европе говорят, да? А если какой-то прием, как конкретно тренируешь, большое количество, она помогает запоминаться. Поэтому я вижу, что она получится. Просто наши привыкшие уже в Ростове, ребят. Но это все тренируется, и оно хуже не будет точно. Давай. Или одной хватит, если одноногий? Да, давай. Нет, ну, если тебе удобно так. Ну, чтобы ну что, сколько хватит протянешь? Давай посчитаем. 10 раз. Да? Хватит. А ты веришь, что получится 10? Не собьешься? Ой, топок слетает. Не считается. Ладно, давай попробуем без старшего. Андрей, можно вам? Папа, тише, Андрей. Спасибо.
кстати. Спасибо. Не теряйся, Дарина, шайба. Он номер 11 оставил. Ну, это тот, кто третий гол вчера забил. Вчера третий гол забил? Молодец. Давай, подойди. Маша. Быстрее, подходите. Ручка? Да.